Привет! Сегодня у нас будет тест этой комбинации. Сейчас она очень известна на турнирах в Японии. Сильна ли она так, как нам показывают японцы? Давайте сегодня проверим. Я сделал опрос среди подписчиков там, где они рассказывали, какие сборки хотят сразить против этой. Первый сегодня у нас будет Багамут на Невере, а Джесси Люмино. 3, 2, 1, вперед! Смотрим. Комбинация японцев крутится вокруг Багамута. Интересно, кто победит? Смотрите, смотрите, Багамут сражается. Вообще, я думала, эта комбинация будет легко всех одолевать. Но, ребят, вы написали очень крутые комбинации. Мне кажется, раз Багамут выигрывает, значит, и остальные выигрывают. Хотя нет. Комбинация японцев очень хитрая и одержала верх в первом раунде. Давайте проверим ее еще раз. 3, 2, 1, вперед! Особенность комбинации японцев – это то, что ее можно запускать хоть как. Она очень сильная при сильном запуске. И такая же сильная, когда слабый против левосторонних. Так что эта комбинация – серьезный соперник. А японцы-то запускают так сильно, что дрифты улетают сразу в ловушку. А на этой комбинации они запускают, и у них она встает в центр и очень сильно бьется, и долго. Так, пока что 1-0. Но сейчас, мне кажется, что-нибудь изменится. Будет 1-1. Сделай 1-1, Богому! 2-0. Идем к следующей комбинации. Следующий вариант от Bay Art. Это Ваниш Фафнир с диском от Белиала и драйвером Дрифт. Эта комбинация очень хорошо забирает энергию благодаря дрифту и резиновому слою. Но так ли она будет хороша против нашей комбинации, которую используют японцы, и она всех побеждает? 3, 2, 1, вперед! Я запускаю Фафнира не супер сильно, чтобы он не улетал в ловушку сразу. Если что, в следующем раунде могу запустить посильнее. Если она проиграет сейчас. Смотрим. О, началось. Пора начать округлую вечеринку. Что? Дрифт повержен? Как это, ребята? Дрифт победили в разные стороны. Попробуем второй раз. 3, 2, 1, вперед! Ой-ой-ой. Так. Фафнир, быстрее, давай, быстрее. Забери энергию. Попробуй выиграть. У них обоих резина, и поэтому Фафнир получает одно очко. Третий раунд. 3, 2, 1, вперед! Ой-ой! Что делает Фафнир? Мимо. Попади, забери энергию. Давайте, у нас сильнее комбинация. Смотрим. Побеждает Персей. Следующий волчок — это Багамут на дрифте. От Влада Горбунова. 3, 2, 1, вперед! Как много энергии отдал Персей. Что делает Багамут? Вот это атаки! Яростнее Лонжинуса. И... Кто победит? Побеждает Багамут. Второй раунд. 3, 2, 1, вперед!
побеждает. Это сборка. Счет 1-1. Третий раунд. 3-2-1 в первый. Выбивание с Риной. Следующая сборка от Гривопа. Это Ваниш Богомут с диском овер на биринге. Первый раунд. 3-2-1 вперед. О, эту комбинацию тоже можно угодно запускать. Сможет ли она победить? Очень похоже. Сражаться будет долго. Заметьте, запуски идут вдвоем. Поэтому тут максимально похоже все на турниры. На самом деле я запускал ту комбинацию, которую нам предлагают японцы, типа самая лучшая. И она реально всех тащила. Что-то сейчас не очень. Ну хотя, смотрите, что делает. В ничью. Второй раунд. 3-2-1. Смотрим. Очень долгие бои. Сильные комбинации вы предлагаете, и японцы сделали сильную. Кстати, в конце еще свою комбинацию поставлю, но она всех удивит. Я не тестил, честно скажу. Я не знаю, победит она или нет, но мне кажется, выиграет. Так, смотрим. Круто делаю. Круто делаете комбинации, ребята, вообще топ. Давайте такие же на турнир сделаем. Смотрите, что делает. Богомут выигрывает одно очко, причем очень хорошо перекружив. 3-2-1, вперед! Смотрим. Неожиданная комбинация. Я на самом деле вообще до этого ролика делал свои комбинации, которые как-то пытались. И у меня вроде бы одна получилась, но не так сильно перекружила. А здесь вообще интересно. Опа! Все-таки эта комбинация очень сильная. Если она вот так вот откланивается, все, скорее всего, это проигрыш. Четвертый раунд. 3-2-1. Так. Смотрим. 3 часа спустя. Наконец-то, ура! Не закидывай по кому-то опять туда. Будет опять долго крутиться там. Забирает энергию Богомут. И смотрите, как он танцует. Но это вряд ли на камеру будет видно, но Богомут вот прям танцевал. Но все же эта комбинация победила. Это были просто шатания. Следующая сборка от Кирилла Анимешника. Это Астрал Фафнир, S Gear, Nexus, Атомик. 3-2-1 вперед. Смотрим. Атака. Так, сейчас говорить нечего, они сейчас будут сражаться, только сейчас очень мощные удары. Смотрите, эта комбинация бьет, бьет. Давай. Нет, все-таки комбинация японцев персей очень сильна и получает одно очко. 3-2-1 вперед. Ой, удары. Мне кажется, из-за этого Nexus комбинация реально сильная такая. Ну давай, перекрути его, прям сильно. Давай комбинация Кирилла Анимешника. Ничья. Третий раунд. 3-2-1 вперед. Я не знаю, почему я ничего не говорю.
Походу дела это повтор прошлых раундов. Неужели ничья? Ничья! Четвертый раунд. 3-2-1. Давай! Пятый раунд. 3-2-1. Вперед. Что происходит? Почему все раунды одинаковые? Побеждает Персей. А сейчас сборка Афикс от Фикс синий. Это у нас Ваня Швафнер на Экстенд Плюс. Персей, первый раунд. 3-2-1, вперед! Так, если что, Ваня Швафнер стоит не на атаке, а на защите полной. Ушел на диск. Ваня Швафнер проигрывает первый раунд. 3-2-1, вперед! Второй раунд пошел и... Не атака, это защита. Что-то просто Швафнер атакует сильно. О, теперь уже не будет такая легкая победа. Что произойдет? Что произойдет? Кто победит? Интересно так. Не знаю даже за кого. Болеть. Побеждает японская сборка. А теперь сборка от Pokemon XD LOL LOL. Любой Фафнер на Extend Plus. Поехали. Первый раунд. 3-2-1. Вперед. Ой-ой-ой, боюсь за маленького Фафнера. Смотрите, как бьет, уже выбил с центра. Что же произойдет в конце боя? Что с Вафнером происходит? Это, если что, третьего сезона Вафнер. Нет, все-таки эта комбинация сильнее. Второй раунд. 3-2-1, вперед. Ну как лезет эта маленькая комбинация? Ну ей можно так попугать соперника. А если ее на дрифт поставить, что будет? Где же конец боя? Два на экстендах. Ну один высокий, один низкий. А сейчас побеждает... Вот эта комбинация японцев, она очень мощная. Не знаю почему, но она всех одолевает. А сейчас сборка от Руслана Тин. Это Dangerous Belial со слоем Феникса, драйвером Астрал Спригана и диском Астрал Спригана. Первый раунд. 3-2-1, вперед. Смотрим. Комбинации в одну сторону, это очень рискованно против этого волчка. Второй раунд. 3-2-1, вперед! Смотрим. Спадет ли колечко? Или нет, или он просто становится. Не-не-не-не, не надо останавливаться, надо повалить сборку и... Все-таки сбиваются все комбинации. Если что, открывается вставка, все хорошо. А сейчас комбинация от Артема Иванова. Астрал с Прайзен, с Нексусом и Эсгиром, а также Дрифт. Поехали. Первый раунд. 3-2-1. Ой, что сейчас будет? Боюсь представить. Сейчас будет победа Спригана, может быть? Давай. Победа, 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 победа. Сейчас его удар сверху и все, отлично. Не сильный удар, не лобовые, но удары.
Забираем энергию, забираем энергию. Давай, давай. Опа, забрали энергию, погнали дальше. Крутимся, крутимся, живем, живем. Живем, все в порядке, все в порядке. Ничья. Второй раунд. 3-2-1. Атака. О, нету, нету, нет. Упал на эсгир. Риган упал на эсгир. Но еще живет. Что произойдет дальше? Ничья или победа кого-нибудь? Победа Спригана. Третий раунд. 3-2-1. Вперед. Боюсь за все комбинации. Не знаю почему, но у меня все что-то такое страшное. Хочу, чтобы все выигрывали. Я не хочу, чтобы одна комбинация всех выигрывала. Давайте, давайте. Гасим, гасим, гасим. Сприган. Какие долгие бои сегодня. Вот это сбор энергии у Спригана. Вы видели это? Прям чуть-чуть побеждает Сприган. Нет, крутая комбинация, реально. А сейчас моя секретная комбинация. Это... Guilty Longinus. Но не простой, а на Extreme Metal. Это для того, чтобы он выбивал в ловушку. Поехали. 3, 2, 1, вперед. Давай, Longinus, атака и киберпобеда. Давай, давай его, уничтожь. Это было близко. Важен очень тут этот удар. Если бы выбил Longinus, это была бы победа. Была бы победа. Но он собирает энергию, хорошо сражается, но это, скорее всего, проигрыш сейчас будет. Печально, но да. Да? Чуть-чуть выигрывает в японская сборка. 1-0. Бой до 2 очков. Ребята, второй бой. 3-2-1. Опа! Вот это уже тоже интересно. Вот это, про это вот я и говорила. Longinus уничтожает всех, выбив ловушку. Хорошо, давай второй раунд. Давай, давай, Longinus. 3-2-1, вперед! Давай, давай! О, сразу, прям ясный удар, и все. Longinus одерживает победу 2-1. Пока что у меня это вот самая лучшая из всех комбинаций, которую может одолеть с шансом 50/50. Если ударит... Вот так вот, то все, скорее всего, выберет. А если не будет прям сильно бить, будет бить краями своими, то тогда вряд ли выпадет и одержит победу комбинация японцев. А сейчас, пока!